Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня я хочу представить вам новую игру, которая вышла буквально вчера. Называется I Am Fish. Иначе говоря, я рыба. Собственно, играю я в нее первый раз, друзья. Не знаю многих ништячков, не знаю многих способов управления. Поэтому, если вы оцените, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы хотите, чтобы я и дальше учился в нее играть. Норм режим, босса стиль. Не, давайте норм режим. Нормальный режим с контрольными точками или режим железная рыба без контрольных точек? Не, конечно, но нормальная железная рыба — это пока что не про меня. Так что да, друзья, пишите комментарии, поддерживайте видос. Если вам эта игра зайдет, то я с удовольствием продолжу в нее играть. Итак, что у нас здесь происходит? Давайте смотреть. Ну что, Боб, как себя чувствуешь? Да, все в порядке, спасибо. Так. Мы Боб или мы не Боб? Не, я думаю, что мы все-таки рыба, а не Боб. Хочу это с хлебом. Не ешь, подумай. Извините, сосиску в тесте, пожалуйста. Как насчет моего фирменного хлеба? Я испек его сегодня утром. Только сосиску в тесте. Спасибо. Ой, я настаиваю за счет заведения. Ладно, как скажешь. Так. Ой, я бы с радостью отведал этого фирменного хлеба. К сожалению, у нас все закончилось. Чё-то это реально какая-то странная фигня. Что с этим хлебом? Но черт возьми, я не могу есть это сейчас. Не позволяй ему пропасть. У меня здесь зоомагазин неподалеку. Думаю, там будут рады свежему хлебу. Так, окей. По крайней мере, у меня есть еще одна буханка. Кстати, мы не видим вообще лица персонажей. Интересно, с чем это связано? Или это просто такой стиль игры, скажем так. Вообще, чё-то пока реально странно это как-то все выглядит. Мутированный хлеб, что ли, дадут какой-то рыбе, она станет тоже мутантом? Я предсказываю немного сюжет. Так. У меня есть угощение для всех вас. Приятного аппетита. Опс, я такая аккуратно. Все нормально, хлеб торкнул, ребят. Ну вот, что это такое? Интересно, здесь можно выбрать, с кого играть? Или нам обязательно будет играть за золотую рыбку, которая в менюшке? Тупо за день 4 рыбы сожрали целую буханку какого-то мутированного хлеба движущегося. Ого, смотрю, вам всем понравился этот хлеб. Да, я смотрю, они вообще тут просто кайфуют. Ну, это последние крошки, распробуйте их как следует. Ладно, ладно, ладно. Такс, управление рыбой. Плыть вверх, плыть вниз. Колесиком вверх? Так, погоди. Вверх, вниз. А, во, вверх. Так, погоди. Так, а вниз как? А, вниз, все, 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 врубился, врубился. Так, окей, вроде бы я догнал, что надо делать. Мне нужно хлеб, наверное, сожрать. Вот, да. Берем. Вниз. Еще? Да, еще. Я так смотрю, мои друзья, да, рыбы мне оставили достаточное количество хлеба. Или они просто не могут добраться на него даже. Так, нормас. Управление не то чтобы прям супер удобное, честно вам скажу, но... Вы, кстати, можете видеть, получается, что я нажимаю на клавиатуре. Но, в принципе, жить можно с таким управлением. Такс. А вырастет наша рыба или нет, раз уж мы ее так покормили? Все, день заканчивается, я так понимаю. Так. Все, последний кусок хлеба. Я сейчас будет просто махач за него, я так думаю. Опа. Ну да, они, походу, реально кайфанули с хлебушкой-то не слабо. Это... Ага, у них у всех свои скиллы, походу. Вот что нам показывают. То есть, умеет одна надуваться, другая умеет летать. Это, видимо, рыболетяга. А зубастая что умеет делать? Ага. Это отражает солнце, окей. А зубастый что делает? Просто умеет кусать, наверное, да? Так, и походу я реально могу выбрать зак... Или еще... Ага, они в прятки играют. Понятно. Так. А кто водит-то, я не понял. А, мы ищем, куда спрятаться, да? Так, этот ищет уже. Сейчас начнет. Опа, минус этот, минус шипастый. Друг забрали, ребят. Ага, и не только шипа... У нас тут вообще в поисках Немо сейчас будет, я так понимаю. Че, наша задача получается найти наших друзей всех? Троих. Только этот остался, бедолага. Даже не успели доиграть в прятки свои. Как же так?
Ладно, я так думаю, что мы сейчас отправимся на поиски всех своих друзей, всех трех. Потихонечку будем их искать и, возможно, будем получать скиллы, собственно говоря, каждой из рыб. Уровень первый, зов океана, найдено хлеба. Кстати говоря, нам надо найти с вами игра в прятки, просушка на проводе, зачем золотая рыбка перешла дорогу, рыбья телеграмма. Окей, давайте посмотрим. Я так понимаю, что это задания какие-то надо выполнить, и за это мы будем получать хлеб, типа... Я не буду особо стараться их выполнять, ребят, посмотрим, как пойдет, конечно, но... Моя главная задача это пройти, так сказать, а не хлеба себе... А, все, рыбы так спят, по-моему. Я на секунду удивился, но, по-моему, все рыбы так спят. Так, мы с вами уже в каком-то маленьком аквариуме. Конечно, в большом нам делать уже нечего особо. Такс. Хозяйка наша, кстати, лицо мы видели. Здорово. Так. Чё-то обрадовали. Ага, океан увидела. Вот в чем прикол. Ну, раз уж такое дело, я так понимаю, нам надо будет сейчас отправиться. Блин, ну прикольный сюжет на самом деле. Это довольно мило сейчас было. Ну чё, отправимся к океану искать, так сказать, наших друзей. Бэмс. Конечно, очень странная форма у аквариума. Почему у него нет дна? Почему он такой настолько круглый, что его можно катить? Ну окей. Так, дверь открыта, хорошо. Она, наверное, не ожидала, что рыба может сбежать из дома. Но мы сейчас это с вами устроим. Все, давайте, я уж хочу играть. Это уже, блин, полвидоса прошло, я еще поиграть не успел. Такс, чувствую я, что нам вниз нельзя падать. Скорее всего, мы разобьемся и умрем. Поэтому давайте покатимся вот сюда. Так, аккуратно. В окно. Не, нельзя. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Весь корм сломали, ничего страшного, свалили. Так, а вот это я могу как-нибудь... Ага, все, я и так забрал, окей. Кстати, окошко... Блин, нет! Все, минус рыба, минус рыба! Как мне... Ну, я, типа, уже ничего не могу сделать. Тупо задохнулся. Ладно, понятно, как это работает. Собственно, эта ракушка, это как раз-таки и является сохранением. Давайте теперь аккуратненько сюда. Найс. Теперь вот сюда, я так думаю. Вот так аккуратно, нам спешить некуда. Я так понимаю, что спасать оставшихся рыб мы не будем. Это как бы... Они этот хлеб не ели, они не стали просто мутантами-гениями. Опа, опа, шатается, шатается, шатается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вроде нормально упали. Так, только я подзастрял немножко. Блин, ребят, ну это рофл какой-то я... Фух, все, вроде пробился. Так, ладно. Так, нужно ли мне еще куда-то... Вот я вижу там хлеб какой-то, честно говоря. Я думаю, что, может быть, его сначала забрать, прежде чем отправиться на свободу. Все-таки спасение друзей, это, конечно, хорошо, но хлебушку-то похавать тоже бы хотелось немножко. Правильно, правильно. Найс. Забрали. Ну и теперь можно отправляться уже... Кстати... Блин, интересно, как там все выглядит, конечно, сверху. Мог бы я туда попасть, или я по сюжету прям сюда падаю, не знаю. Отправляемся на выход. Давайте посмотрим, что у нас с вами там происходит. Так, особо не разгоняемся, а то сейчас вылетим здесь. Так, все, приключение начинается. О, я уже вижу, куда нам надо, ребят. I am fish начинается вот прямо сейчас. Так. У нас с вами все еще не было сохранения, вот в чем прикол, поэтому здесь бы мне хотелось максимально аккуратно проехаться по вот этой фигне. Найс, ой-ой-ой, как красиво. Так, только не сильно разгоняйся, а то мы сейчас врежемся в камень, а тут и все, так сказать. Супер, так, а вопрос, как нам спуститься вниз? Я вижу, ага, вот вижу. Я не знаю, что говорят. У меня, к сожалению, нет субтитров здесь почему-то. Уже не в кат-сцене. Так, давайте разгонимся. Мне кажется, что здесь надо сломать эти. Опа, найс, пробились. И сохранились. Слушайте, мне бы на самом деле хотелось бы, во-первых, либо субтитры включить, если они здесь есть, конечно же. Либо сделать немножко потише в таком случае голос. Потому что немножко отвлекает. У меня здесь вообще-то сложное прохождение. Надо спасти рыбу из вот такого плена. Кстати, я даже не знаю. По сути, нам очень сильно везет, что аквариум у нас такой прочный.
Так, кстати, а я не могу скатиться по крыше? Maybe могу. Да-да-да, вполне могу. Кстати говоря, я вижу матрас. Наверное, блин, наверное, я сейчас здесь разобью, да? Да. Все, я понял. Значит, от этого тоже очень много чего зависит. Нам нужно именно с вами на мягкие поверхности приземляться. Так же, как мы приземлились, например, на ковер, когда мы были в доме. Давайте все-таки попробуем это сделать не с особого разгона, потому что мне кажется, что именно из-за разгона мы, ну, в общем-то, вылетаем просто, и я не успеваю сориентироваться так. Блин, слишком сильный разгон все равно. Так. Прекрасно. Идеально. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Есть ли какие-то секреточки, которые мы хотим получить? Вроде бы ничего особо не вижу на данный момент. И по желобу мы тупо катимся дальше. Блин, слушайте, а мы неплохо с вами так устроились-то на самом-то деле, да? По-моему, прекрасно. Так, падаем сюда. О, ага, получается, цветы тоже нас... Ну, земля, как бы, цветы, они тоже нас сейвят. Хорошо. Здесь, кстати, еще хлебушек лежит. Ну, сейчас тоже, конечно же, заберем здесь. Как бы нет варианта его не забрать, это сюжетный, так сказать, хлебушек. Ну и мы все ближе к океану, кстати говоря, который вон он уже нас зовет буквально, я бы так сказал. Так, давайте вот сюда. А, я не знаю, куда здесь лучше падать. Давайте подкатимся поближе, кстати. Ага, это труба какая-то. Мне кажется, нам не сюда. А, если вот здесь посмотреть. Вот здесь что-то... Ага, все, вижу. А, так, ну давайте попробуем, наверное. Вот эти какие-то вот провода есть. И... Ага, все, понял. Падаем. Так, а вот куда мне скатываться? Вопрос. Как бы мне сделать, чтобы я не разбился сейчас? Потому что... О, все, найс. Я почему-то думал, что мы с такой скоростью разобьемся. Ага, я, кстати говоря, вижу еще хлебушек. Но вопрос, а как туда добраться? Вон он, видите? Получается, мы могли бы как-то здесь поверху, что ли, проехать? И потом... Слушайте, ну я не знаю... А, или я до сих пор могу его... Ай, блин! Что это такое? Я, кстати, еще... А, нет, я думаю, я за текстуры какие-то провалился. Я просто провалился между домов. Спасите кто-нибудь, я уже в текстуре дерева, спасите. Ладно. Смысл понятен, нам надо аккуратненько прокатиться к... вон тому... желобу тоже, я не знаю, к проводам этим. И там, я так понимаю, у нас будет подъем наверх, и потом мы просто тупо с вами спускаемся. Слушайте, капец, конечно... Плоско. Вот так, найс. И потом тупо спускаемся вниз, и все будет просто замечательно. Но только вопрос, смогу ли я по этому желобу забраться наверх? У меня такое ощущение, что, наверное, все-таки нет. А мне еще не нужно, кстати. Хм, интересно. То есть, по ходу дела, да, нам надо было все-таки там через верх лезть. Ну ладно, как бы... смысл понятен, если что. Как бы смысл, в общем-то, ясен. Если что, то можно будет забрать его в следующем прохождении, скажем так. Так, ну что, мы уже очень близко к океану. Давайте вот посмотрим вот здесь. Мне кажется, что это прекрасное местечко, чтобы спуститься. Если, конечно же... Да, там я вижу вроде бы землю. Ой-ой. А, нет, это брезент какой-то, да? Найс. Блин, ребят, а вот там вот я вижу хлеб. Погоди. Я, конечно, понимаю, это дело опасно, но рыба ради хлеба готова на все, ребят. Ну, это просто невозможно. Ага. А, ну, хлеб нам особо-то и не нужен, если честно, рыба без хлеба спокойно живет. Все нормально, плывем дальше. Так, давайте, наверное, к концу пирса подплывем и там дальше уже упадем вниз. Интересно, мне нужно разбиться? Что ж такое-то? Я ни одно препятствие не могу перелезть. То есть, да? Все, изи. Найдено 2 хлеба из 5, но мы как бы еще 2 где знаем. На проводе знаем и перешла дорогу знаем. Только рыбья телеграмма не знаем. Но в принципе я не думаю, что это тяжело. Ну что, друзья, первый уровень пройден. Если вы хотите увидеть следующий уровень, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Посмотрю на то, как вам вообще нравится эта игра или нет. И уже на основании этого мы с вами можем продолжить в нее играть. С вами же был Чинаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока.
самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.